Традиционно, четвертая среда месяца. Председатель и руководитель отделов горисполкома за круглым столом. Это оперативный штаб, который займется рассмотрением проблемного плачан в режиме онлайн. Из обращений граждан мы понимаем те проблемы, которые волнуют людей. Основная тематика, которая превалирует, это вопросы ЖКХ. Много и достаточно много обращений у нас идут и по линии развития предпринимательства. Люди пытаются организовать свой бизнес, развивать свой бизнес. Это хорошо, это правильно. Мы в этом городе ведем направление по поддержке и развитию малого бизнеса, потому что это основа экономического благополучия, основа занятости. Сегодня с просьбой о помощи в решении личных проблем к главе города обратились две жительницы Новополоцка. Одна из них с вопросом арендной платы за земельный участок и вторая с просьбой о содействии в решении жилищного вопроса и восстановлении родительских прав. Обращение обеих взято на контроль специалистами горосполкома. Ирина Шевко, Артем Табаков, Вектор ТВ.